Ежедневные процедуры и возможность проводить большую часть времени не на больничной койке, а дома, где и стены лечат, такое сочетание, по словам многих специалистов, оказывает особо оздоровительный эффект. Дневной стационар кардиологического профиля начал работу в лечебном корпусе номер 1 Щелковской городской больницы на улице Парковой. Здесь пациенты проходят обследование и лечение в течение дня. Раньше он располагался на базе первого филиала на Краснознаменской 8, но там было уменьшенное количество коек. То есть сейчас здесь 30 коек, поэтому мы можем брать большее количество населения для лечения. Сейчас здесь проходит лечение 32 человека, уже выписано 65. На госпитализацию пациента направляет терапевт или кардиолог. На базе стационара проводится обследование и лечение пациентов с сердечно-сосудистой патологией. На базе отделения проводятся все необходимые исследования, эхокардиография, ультразвуковые исследования органов брюшной полости, сосудов. Также проводится холтеровское мониторирование, суточное мониторирование артериального давления. Если необходимо пациентам, то проводятся консультации смежных специалистов. Еще больше актуальных новостей о медицине вы можете узнать в социальных сетях Щелковской городской больницы. Евгения Корытько, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.